всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на одну очень интересную карту, которую нашел на просторах интернета, с помощью этой карты мы сможем построить дом, друзья, всего лишь одной кнопкой, и дом будет строиться сам, по частям, то есть вы можете видеть весь процесс, как он построится, и это реально сделано очень круто, потому что здесь сделано все с помощью команд, и в принципе это такая интересная идея, потому что, например, вы можете прямо начать и выживать в этом мире, то есть вы можете построить дом и начать, я даже не знаю, вот поплыть туда куда-нибудь или туда, очень интересно, но, друзья, все-таки, да, если вам понравилось это видео, можете поставить лайк, но это не обязательно, зачем мне лайки, кому нужны лайки, лучше поставьте лайк. Ладно, друзья, что ж, как же здесь все работает? В принципе, здесь все очень просто. У нас есть кнопка Build, с помощью которой мы строим дом. У нас есть Reset, если мы его уже построили, вы можете его убрать. И Game Mode 3 это Spectate Mode, ну, то есть летать и смотреть, как это все строится. И Game Mode 1 это вернуться в наше положение. И Info это у нас информация Map by BX Play, то есть этот чувак сделал эту карту, молодец. И в принципе, друзья, давайте посмотрим, но прежде хочу сказать то, что, друзья, еще раз хочу извиниться за то, что в последнее время не было видео. Сейчас видео выходит в каждый день и будут выходить дальше каждый день. Я вас не подведу, буду стараться. И, друзья, в принципе, что ж, давайте начинать. Нажмем все-таки на эту магическую кнопку Build и посмотрим, как же здесь все работает. Потом я вам покажу все схемы, которые здесь из Redstone есть под этой картой, и вы удивитесь. Ладно, что ж, поехали. Нажимаем Build и, друзья, смотрим. То есть, что первое, то, что мы видим, это начинается строиться пол. То есть, вы можете видеть, закладывается весь пол. С помощью досок все это делается очень быстро. Теперь у нас потихоньку начинает падать стены. Стены у нас из кварца, вы можете видеть, у нас появились здесь опоры, и о-о-о-о-о-ка, все быстро-быстро-быстро. Дом, кстати, у нас в очень стильном таком, что-то смешанном с современным стилем, плюс и классическим, то есть вы можете видеть, здесь у нас в принципе и кварц, колонны и все такое, но дом выглядит очень, очень стильно. Вот давайте подождем, пока он полностью достроится. Вот у нас построился второй этаж, теперь у нас он полностью достроился, и теперь, по идее, он должен заполниться всякими интересными вещами, такими как, вы можете видеть, здесь у нас есть горшок. Это очень важно, потому что куда же вы без горшка денетесь. И, в принципе, что у нас здесь? То есть у нас есть тут стол офигенный, сделан, кстати, очень интересно. Дальше у нас тут есть небольшой диван, какие-то кнопки, которые ничего не делают. И дальше у нас тут есть кожаный шлем, который мы обязательно прямо сейчас оденем на себя, потому что я хочу и я могу. И еще одна кнопка, которая ничего не делает. Ладно, что ж, давайте все-таки посмотрим, что же у нас на втором этаже. На втором этаже вроде бы... Ага. Только хотел сказать, что ничего нет. На втором этаже, кстати, вам нужно будет проделать путь на второй этаж, потому что здесь нет лестницы, это странно. Но здесь у вас есть шикарная кровать, которая сделана из двух... Почему у нее нет подушки? Это две конечные части. Ну, ладно, неважно. Здесь у нас есть склад небольшой, два больших сундука и небольшой склад с двумя большими сундуками. Ну, ладно, неважно. И еще одна кнопка, которая ничего не делает. И умывальник, если вы хотите умыться. Туалета здесь нет, к сожалению. Если вы человек, то, извините, вы здесь жить не можете. Но, друзья, в принципе, вот такой вот дом. Дальше вы можете нажать на кнопку Reset, и дом исчезает, друзья. Давайте все-таки посмотрим, как же это все сделано, потому что это все, опять же, одна команда, друзья. Одна всего лишь команда. Вроде бы схема, они где-то здесь. Да, друзья, вот. И просто посмотрите, сколько здесь всего. То есть чувак реально сидел и трудился над этим. Ну, я вот бы не смог. Вот посмотрите, сколько здесь этажей. Тут даже есть лестница, чтобы вы... Ну, на самом деле, это не лестница, это чтобы Redstone шел наверх. Но будем считать, что я крутой, и я нашел лестницу. То есть посмотрите, сколько здесь схем просто для того, чтобы построить один дом. Это реально здорово. Но это еще не все, потому что здесь у нас есть вот этот этаж. И еще блоки. Вот что у нас здесь интересно написано. Вау. Вот вы бы никогда не догадались. И, в принципе, да, друзья, вот такой вот у нас такая офигенная схема. Все у нас тут с факелами, вы можете все видеть. Очень здорово. Давайте мы поднимемся наверх. И тут. Давай. Ну-ка. Ну. Да что ж такое? Ну, где? Выход. Вот, выход у нас здесь. Хорошо, давайте теперь, друзья, попробуем заново включить постройку и выберем Game Mode 3, чтобы мы могли как спектатор наблюдать. И, друзья, давайте еще раз посмотрим на то, как строится этот дом. Но теперь я прямо сюда залезу. Прямо вот здесь вот встану. Вот так вот. Да, друзья. О, да. Здесь меня не замурует. Но нет, я в спектейте, поэтому ничего страшного. Так, что у нас появляется? Здесь у нас появляется немного листвы. И потолок. И вот эта стена должна, по идее, появиться.
Ага, ну все потихоньку строится, ладно, неважно. Давайте мы пока строиться, еще полетаем. Возможно, здесь есть еще схема. Ну вот просто посмотрите на это, сколько здесь всего. Ну вот, это жесть. Просто, чтобы построить дом, это очень круто. Здорово, пацан. И, в принципе, да, друзья, он почти опять же построился. И вот такой вот у нас сегодня был офигенный дом. И такая небольшая у нас карта, ну или команда, как хотите. Ну, все-таки это карта с командами, но можете назвать как хотите. Небольшое такое видео. Просто хотел еще раз, ну, сказать, что извиняюсь за то, что не было видео, потому что я вас всех обожаю, и скоро будет куча видосов и стримы, друзья. Я все-таки, ох, как я хочу вернуться в стримы. Наверное, на этих выходных будут стримы, будет очень здорово, весело. Поэтому оставайтесь на канале, с вами был Кейн, и до новых встреч.